Привет, мои хорошие, с вами Селена и... Привет. Ой, эта скромняшка снова скромнит. У нас сегодня новый стайл, мы, короче, такие с косами розовые. У нас сегодня встреча с блогерами, сейчас нашими ростовскими. Сейчас я оставляю своего малыша дома, потом мы заедем на почту, а потом мы едем встречаться в парк, в кафе. Вот, девчонки еще не видели нас в таком образе. Но так интересна их реакция. Все-таки мы все взрослые женщины, а тут косы розовые, голубые. Ой, сейчас с ума сошли бабы. Но мне нравится, не знаю. У меня в душе 18, поэтому я что хочу, то творю. Оставайтесь с нами. Заходила в аптеку, забыла, представляете, смесь. Вот все, взяла пюрешки всякие, траля-ля. А смесь забыла, пришлось купить маленькую. И соски заодно, там хорошие были. Красивые и тот месяц, который нужен нам. Все, мы уже рядом с мамой. Ну что, малыша отдали. Теперь едем на почту. Да? А куда-то я еще хотела. А, я так есть еще хочу, как всегда. Короче, подожди, я куда-то еще хотела сейчас заехать по дороге, нет? Нет. Я потом на обратном пути в аптеку тоже хочу заскочить. А я забыла. Или там по дороге, не хочу специально. Короче, на почту по-любому. Нам мчать надо. Говорю, куда пошла? Короче, девчонки уже на месте, ждут нас. А косы-то длинные у нас. А Кристинки до пят? Короче, идем. Кристинка там. Она же на стайле вся. Вы понимаете, под что мы ей-то косы плели? Под обувь. Ладно, сейчас опасный переход. Подходим. Между прочим, пока мы переходили через переход, нам сказали, что мы очень красивые. Ну, мы, естественно, не ответили, мы вот так нос. Я все снимаю, ничего не буду вырезать. Так что подбирай слова, пожалуйста, Крис. А то ладно, все узнают, какая ладно ты слова подбирать, скромняшка. Главное, чтобы костюмчик сидел. Слушай, а куда они пошли, кстати? В веранду? Стой тут, не ходи, я сбегаю. Бедненькая на каблучках. На веранду или они пошли в главный? Мы решили посидеть в Яле. По-моему, они тут сидят. Ковыляй потихонечку. Здрасте. Красотки эти. Ой, эти красотки, я не знаю. Вот они. Звезды нашего Ростова. Полиночка, она что-то закрывается. Мира. Пойдемте туда. Красавица. Здесь холодно. Ой, глянь, и она с какими-то прядями красивыми. Ага. Кристина. Чего, а куда вы хотите? Ноги светятся. Пойдемте вовнутрь. Пойдем, холодно здесь, да? Мы не ожидали. Мы не ожидали. Мира. Мира, ты как с нами вообще? Ну да, Мира одна такая, значит, мы с тобой сами тебя нашли друг друга. Самая такая. Тихонечко. Две скромняшки. Надо было это. Скромняшка Крис. Скромняшка Мира. Да ты знаете, блин, а Кристина-то у нас не такая уж и скромняшка, судя по Инстаграму. Вы загляните-ка. Да? Я думаю, что ей пора менять название канала. Будете ли перепланировать в теплый ящик? Так, а мне надо... Какой у тебя костюм. Мира, как всегда, на стиле. А мои розовые лодочки? Бежевые. Ну да, они бежево-розовые. Давайте. Бежево-розовые. Девчонки, идите все сюда. Давайте все. Давайте. Блин, я не могу, мне это телефон. Привет! Ой, глянь, а я? И я, господи, четыре камеры. Мы, кстати, сравним потом, у кого какое качество, кстати, будет. Ну, все в разных программах. Ах ты! Ну, пойдем, типа, мы слишком толстые, мы не помещаемся в камеру. Девочки, почему вы опоздали? А что, мы надолго разве? Я вот только пришла сообщение, а мы уже были вот тут. А вы? А мы? А мы тут не ждали. Я контролирую, я смотрю. Я уже тут миру на фото. О, давайте пока с фотками тоже посмотрим.
сфоткаться. Да, и мне надо тоже, я хочу колесо положить. Ну что, сейчас сфоткаться будем, я жрать хочу. Да, давайте пофоткаемся, потом пожрём. Потому что там будет солнце, да. Они, наверное, позавтракали утром такие, а мы нет. Да, я овсяную кашечку съела. Вот молодцы. А где вам фоткаться? Давайте вот здесь. Да, давайте вот здесь красиво. Ну ладно, фоткаться так фоткаться. Нашли вот такой большой леденец. Хочу с ним сфоткаться, сейчас попробую, что получится. Мира модель. Как ты там говорила, чтобы земли было много? У меня было много земли, чтобы было мало. Мира, можешь подожди, как это мне делать? Скажи, я по отдельности просто. Скажи привет. Подожди, еще урод. Еще урод. Не. Это все, что за кадром. Все по отдельности. А, да. Что, вообще никого? По отдельности. Привет. У меня стало все наоборот. Все с камерами. Ты тебя не понимаешь. Ну вот сюда, которая вставляется. Ты мне давала ее? Защитка. Ну нет. Ты не, и мне не давала. Что? Реклама Ригель. Что это? Ты пользуешься? И как тебе? Ну, я только начала, мне забыли. Ты с собой носишь? Ну, потому что сегодня стоматолог. Что это? Ой. Подожди, да, все, мы идем. Все, короче, у Миры, оказывается, такая же камера, как у Кристины. Вот они сейчас, может быть, найдут точки соприкосновения. Да ладно, давайте на улице, еще холодно. Горячая кровь. Так а вот, там вход был же. Что, вот, ну, пойдем туда. Куда ты ведешь нас, Полина с Саней? Мы вовнутрь идем? Да, вот там же вход. Нет. А здесь мы не пройдем. Как там зайти? Яла, да? Тут, Яла. Тут Яла. Вон делают что? Яла. Ну что, ну можно здесь аккуратненько пройти. Что, не пройдешь, что ли? Ну да, можно как бы. Вообще. Можно идти вот. Посмотрите сейчас, что знаковые настройки сделаете и все. Да. Все не делают. Ну ты, значит, сделай автомат. Я люблю Ялу, здесь они делают, ой, домашнее мороженое. Здрасте. Будьте четвером? Да. Девушки, прошу прощения, настолько помещение запрещено только в пределах своего столика. Хорошо. Короче, я потеряла свой маленький... Мы сели. А его можно найти? Мира потеряла объектив. Я думаю, да, на них... А что ты потеряла, эту штучку? Где ты потеряла эту штучку? Слушай, да может быть, мы где-то ее посеяли. Где ты же открывала? Может быть, на веранде вот там, когда ты как раз-таки включала, я ставила. Да мы когда пришли, она уже была без нее. Почему? Может, ты ее сумку? Нет, я не буду. Потеряла штучку для камеры, это вообще так обидненько. Я думаю, что... Я представляю. Все так обидно вообще. Нет, ну я представляю, как это может быть обидно. У меня вообще штучки такой нет. Слава богу, тут потеряли, ходили. Не, у меня открыто. Я сам за это. Ну, у меня заэтывается, но все равно у меня заэтывается. Видите, не только одна я говорю штучки, заэтывается. Вот у всех девчонок штучки, и у всех заэтывается. Короче, мы присели, я сейчас хочу есть ужасно, но мы трендим, как всегда, и за этим я никак не могу заказать себе еду. В общем, будем снимать все в пределах столика, поэтому влог будет ограниченный. Но, во всяком случае, на тот момент, пока мы тут сидим, а потом гуляем еще. Да, я случайно. Ой, да. А я? Подожди, мы с Кристиной заказали пиццу сначала. С трюфелями. Да вообще подумали, что у вас один. Подожди, я что? Испугались сначала, но потом все решилось. У тебя пиццу? Да с ним, ну мы познакомились. Подожди, он специально к тебе приехал? Ну да. Интересна вам эта тема? Подожди. А интрижки, интрижки. Он специально к тебе приехал, Кристина? Ну, вообще-то там все мы забыли. Да, да, Рамазан, интересно. Сейчас он сказал. Да, да, да. А у вас все серьезно? Нет, вот познакомились и все. Подожди, ну вы к тебе вы расстались? Ну, мы познакомились на сайте. Ладно, выключу, а то не договариваю. Подожди, нет, давай снимай. Попереписывались. Интересно. То есть он там, ну, прилетел. Ну и всем интересно, Кристина. Несерьезно. Очень красиво. А? Что из тебя еще интересует, Мирочка? Подожди. Что, что? Да меня все интересует. А вот ты, вот, у тебя... Эй, ты что, такое нельзя? Вот то, что Мира заказала, вот я чувствую, что... Да, вот вообще вот яркая оранжевая девчонка. Видите, она оранжевая. Ярче, ярко. У меня вот, у меня, ну как бы, как есть, да, по-моему? А у тебя нос мой яркий. Подожди, ты знакомься, знаешь.
интересно. Тинка. Почему? Я не знаю, я тоже не поняла этого присоединения. Очень странно. Ну, я... Я когда-то танцевала брейкдан. Вообще. Вообще-то снимаю. Что ты такого фокус снимаешь? А я? Потому что фокусировка только настала. А я? Вообще-то мое прежнее заведение. Тебе надо ISO выставить. Какое ISO? Ну темно у тебя, можешь посмотреть. Оттуда. Вот у тебя 120 стоит, это вообще. Ну главное, чтобы горели кроссовки. Я же ее не поставишь, когда вот так у тебя. Ну, ты идешь куда-то? Что ж такое? Они все фоткают, а? Прикольная, просто. Мне нравится, веселая какая-то, я становлюсь с ней. Хотя, казалось бы, взрослая девчина. Так, теперь пофоткаться надо. Так, вот, подожди, вот нормальные есть? Блогеры, вот они прежде чем есть, они все сфотографируют, все выставят, всем поделятся со своими любимыми зрителями. Селен, молодец, молодец, давай, говори. Говори, а то... Меньше молчать. Меньше молчать? Полина, что у тебя там? Короче, у нас пицца, Полина заказала что-то. Шаверму. Шаверма. По-узбекски? Шаверма по-узбекски. У Миры, как всегда, любимый ее плов. Девочки, ты, кстати, здесь мы... ела плов? Нет, я она пробовала. С Соней были, а я пробовала. Ну, нормально. Ну, и чаек, короче. Самый вкусный налево. Да, самый вкусный налево. Мы же знаем. А Селена, можешь разговаривать. Они молча. Что-то видно, да, что я чуть растрогалась. Рассентиментальничалась, как всегда. Это все Полина. Полина виновна в моих слезах. Короче, мы битый час уже сидим, мы тут все вообще про отношения, про мужчин, мы же тут все вообще просто истоптали. Но я думаю, что у нас еще столько будет сейчас. Я за себя, то что... Так, принесли счет. Кристина, загибай пальцы. Я пойду. Уже все? Ты уже убегаешь? А Uber сюда, просто крана его вызвала. О, тут такие цифры огромные. Это все Кристина. 2500 наши, Кристина. Охренеть! Я немножко, 2500 наши, счет, посидели, блин. А почему-то мне насмотрится как-то, знаешь. Бы ушла, не попрощалась бы с вами. Все, Мира убегает, такси приехало. Ну, прощайся с моими зрителями. Всем пока. Все, Мира попрощалась. Мира нас первая покидает. Да. Да, все подписываемся. Да, ссылочки, конечно же, на всех девочек оставлю. Очень манерная. Да-да-да-да. Ну иди целоваться, иди. Но я же хорошая девочка. Ты хорошая девочка. Я тут губы красила. Все поцеловались. У меня беленькая. Да. Надо было черную выбрать. Белая тоже хорошая. Надо розу выбрать, как у меня. А? Ты давно попала? Да, я давно. Могу? Я вообще не ух, в туалет хочу, не могу. Ой, мама говорила. Все, девчонки, давайте, я вас всех люблю. Все, давай, пока. Будем почаще видеться, да? Подписывайтесь на мой инстаграм. Я вас всех люблю, целую, подписывайтесь на мой инстаграм. А вы в инстаграме, кстати, надо, я вам фотки покидаю, выложу. Ты скинь, да, все. Да-да-да, фотки покидаю. И группу ВКонтакте, которая музыка скинь. Да. Полиночка остается одна сейчас. Что тут происходит? Она ждет свою машину пока, а нам уже надо бежать. Ну что, Полин? Да. Ну потому что малого надо забирать, ложить спать уже. Сиделись, затрещали. Давайте. Подождите. А давайте вот так вот. А давайте вот так держать все три камеры. Ну прыщи, блин. Пусть. Ой, ты ж не одна. Давай. А давайте вот так вот держать все три камеры, короче, мы такие прощаемся, целуемся. Да ну не так же только, а вот ты вот там камеры держишь, ты вот там. Чего все? Пока, девчонка! Ой, уже с бочкой все помадят. Как настоящие российские львицы. Ну все, классное время провели. Все. А еще раз? Еще раз. Начистую теперь, то черновичок был. Да. Ну все, давайте, на связи, мы помчали дальше.
Все, пока сильнее. Пока сильнее. Так, я ничего не забыла? Ничего не забыла. Вот мы вышли. Тра-ля-ля. А у меня, смотрите, а у меня красные теперь включились. Я на красном. На стиле. Мне кажется, красный сюда больше подходит, да? А ну-ка, Крис, подержи-ка вот так. Ух ты, смотри, какая штука классная. Кристина хочет ее покрутить. А подержи, пожалуйста, вот так камеру, Крис. Чуть-чуть ниже. Вот, да. Красные сюда больше подходят, да? Они какие-то красно-розовые. Попробуем сделать. Вот оно счастье-то. Мы пришли домой, покушали с Кристиной. Мама передала котлеточки. Малышня спит, устал. У меня вот тут прищ скатил. Конкретный. Не знаю почему. Но на самом деле, посмотрите, что мне пришло. Подарочек. Я не знаю, что там. Ну, хотя догадываюсь. Скоро я буду красивой, наверное. Обожаю вообще, когда вот так вот приходят подарочки. Вообще, это вот это так радует. Это для девочек, по-моему, самое лучшее, что может быть, когда с красивым бантиком розовая коробочка блестящая пришла. Вот. Чё? Мы тут, короче, чаи гоняем с Крис. Уже переоделись в домашнее. Ну, в общем, может, попозже включимся. Может быть, прямой эфир в Инстаграм, кстати, проведем. Как ты? Я спать. Крис хочет спать. Так что никакого эфира. Что-то у меня там вон накидано. Ну, вот как всегда. Ой, мы с Кристинкой распустили наши косы, потому что тяжело спать. В них тяжело, честно говоря. И вот такие кроссовки мы теперь кудрявые. А Надя, покажись, Крис. Иди, покажись, красота моя. Ну, распуши. Ну, сделай красиво. Я сейчас чувствую кожу. Вот, ну, тут насладись. Чисто голова под пилоткой. И вот так сделай. Это все мне. А Сирена все мне волосы попросит. Ну что, чай пьем? Пьем чай. Сейчас, подожди. Чай пьем. Папе, давай пить чай с бутербродом с маслом. Какой бутерброд? Мы только что поели котлеты с картошкой. Бутерброд с маслом и с печенью. Какой печенью, Крис? Печенью и чё, этот, как у тебя лежит там картошка. Крис, где твои остатки роскоши? А вот Кристинкины остатки роскоши. Может, поменяемся с тобой, я заплету такие, ты такие. Привет! А мы вот идем. Та-да! К нам. Короче, собрала я. Собрала крестную. Крестную и крестного. Мы идем на беседу в церковь. Я с малым, естественно. Крис, а что ты стесняешься? Я не хочу. Что ты не хочешь заниматься? Смотри, как это красиво. Я знаю. Как тебе идет? Нельзя здесь смеяться. Что за фигня? Как это нельзя смеяться? Что за глупость? Можно смеяться. Вот мне интересно, что девочки скажут, когда услышишь, что ты сказала, нельзя тут смеяться. Серьезное место. Ну ладно, прям уж, что за жизнь тогда, если не смеяться? Мне кажется, ты что-то не так понимаешь. Все, ладно, мы пошли, уже время пришло. Пошли. Короче, Кристинка просто открывает дверь ногой. Короче, провели мы беседу, сейчас едем в магазин. Я вот зашла в магазин с Кристинкой. Не надо меня снимать. Ой-ой-ой-ой. Да, вот это. Нормальная ты, блин. Слышь, сидели когда в кафе, там вообще накрутилась и вот такую вот на голове. У меня подкрашенная была. Да сейчас ты прекрасно выглядишь. Короче, мы в магазин зашли, вот продукты сейчас возьмем, малыша оставила с братом. И домой.
Мои хорошие, я вышла. Ой, сегодня у нас с Кристинкой, вот они ждут меня. Бежим мы в Горизонт торговый центр. У нас сегодня большой день опять, огромный. Я хотела увидеть, чтобы вы... Я хотела, чтобы вы посмотрели автозагар. Как? Я немного переборщила с руками, конечно. Я не знаю, здесь видно, нет. Ну, в принципе, оно меня не парит. Буду как Чунгачгук ходить. По телу, на лице мне нравится очень, как бы. Мы будем сейчас ходить по торговому центру, еще при другом свете я вам покажу этот цвет. Покажу, как я одета вообще сегодня. В общем, со мной будьте. Вот мы пришли в торговый центр, блин, какая загорешка. А ну, пойди сюда, наверное. Кристина со мной, как всегда. Ну, вот Кристина, я даже все равно, мне кажется, Кристину не догнала. Да ты перегнала Кристину. Да? Скулы, смотри, как я. Мой звукала. Короче, мы идем в Lady Collection. У меня будет конкурс 24 числа в Инстаграме. Буду разыгрывать сертификаты, так что подписывайтесь на Инстаграм, ссылку, естественно, я оставлю. Сейчас мы пойдем выбирать что-нибудь интересненькое. Ну все, навыбирали себе подарочков, так что в Инстаграме будет конкурс, обязательно приходите и участвуйте. Будут разыгрываться сертификаты на 1000 рублей, не то, что я там выбрала что-то свое. Вы сможете сами себе выбрать потом подарок. Взяли в Старбаксе вот офигенский фраппучино, я уже брала. Здесь Кристинка взяла с карамелью, попробую, кстати. А я брала уже шоколадный, и я говорила вам, что там прям кусочки шоколада. Ну, короче, это кофейный холодный напиток, они очень круто его делают. Ну и взяли морковный торт. Ну, это для похудения тортик, он как бы из моркови, все знают, да? Все знают, что от него худеет. Ну, главное, короче, внушить себе это. Все, потом мы едем педиатру взвешиваться и все такое, а потом мы едем на беседу вторую в церковь для Кристины. Ну что, у меня теперь новые очки из Lady Collection, как я хотела, голубенькие. Так, накрасим губы губной помадой. Кстати, она под загар очень так хорошо прям идет. Я не знаю, что тут за свет, видно, не видно мне. Там засвечено, там это. Короче, все, мы мчим-мчим, уже опаздываем, как всегда, это я, блин. Так, мы пришли домой после всех дел. Потом, Кристина одухотворенная, брат с женой у меня в гостях. Мы, короче, сейчас будем почивать чай со всякими вкусняшками. Очень некрасиво. Тебе можно новый канал открывать, Кристина одухотворенная. Вот зачем ты? Вы хорошо посмотрите вместе. Дай, Кристина. Ну, дай пис. 10 кофт вот так вот. Дай пис. Ты очень хорошо выглядишь. Дай пис, сказала. Пис. Давайте есть. А, ты сделала? Я не вижу. Мои ласточки. В общем, все, все уехали. Спина болит. Я еще поубираться успела чуть-чуть. Какая же я хорошая девочка. Сейчас включила стирку. Сейчас вам буду монтировать видео. Давайте я с вами попрощаюсь, потому что уже длинный блог, я думаю, будет. Я вас очень люблю. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Руки, да, не показываю, потому что они ужасные. Я их переборщила, накрасила.